Всем доброго времени суток, вы на канале HardReset.info, это телефон Cyrus CS40, и сейчас я вам покажу, как на этом устройстве удалить все данные вместе с учетными записями и настройками. Для этого мы разблокируем наш телефон, перейдем в меню, зайдем в настройки и после спускаемся к пункту восстановления и сброс. Здесь, чтобы начать сброс, выбираем сброс настроек, и когда вы готовы к удалению всех файлов со своего устройства, нажимаете на опцию «Сбросить настройки телефона». Нажимаем «Стереть все» и ждем, пока телефон перезагрузится, и мы сможем заново начать пользоваться нашим устройством. И на этом все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до скорых встреч. Пока!